Всем привет! С вами Лим. Сегодня мы опять с вами собираемся на фотосет и, как всегда, опять по юрцам. Сегодня, конечно, не фотоночь, но мы взяли побольше часов, потому что нам предстоит эксперименты со светом и, скорее всего, съемка отдельного видео, а не только блога. Студия у нас опять та же, наша любимая Wonderland. Мы, по-моему, в ней все снимаем, потому что если ты не можешь найти подходящий фон, то просто бери белый фон и штопай то, что тебе нужно. Фотосет у нас будет 4 часа, и я надеюсь, что нам хватит. На самом деле нам не хватит. Я, наверное, скатился, но я даже на фотосет уже дедлайню. Поэтому ночью опять я доделывала костюм, хоть там было и немножко, но мне было так лень. Все из-за того, что очень жарко и работать, ну, совсем как бы не хочется. Но я все-таки сюда делал. Ну и, как бы, я пошел собираться. Атабек пытается сообразить, что ему нужно сделать. А я мажу брови. На улице жара. Для того, чтобы сделать косплей. Теперь я выщипываю брови. Клей и прозрачный лак – это в прошлом. Началась новая степень косплея – выщипывание. Там где-то Котобек. Ладно. Да быстрее. Я иду ищу. Вот. Не-не-не, я видела там суперклик какой-то, моментальное высыхание. Он убийца. Не надо мне. Не надо. Вот. Что за ну вот, нормально? Да блин, просто сейчас упадет. Ну вот парик в епеня. Как и я. Ага. Это как вышло вообще? Здесь этого быть не должно, только нихрена этого не видно. Вот. Пирожок на резиночке. Блин. Я вот снимал, короче, видос, там, где я сказал, что я сломал все кости, короче. Нет, это все фигня была. Вот настоящий ад.
если на том фотосете мне помогал стул, вы этого не слышали, то в этом фотосете мне ничего не помогало. Вот вроде бы думаете, что все так легко и просто было. Я дома тренировался, короче, без коньков, делать эти дурацкие позы назад, такие все крутые. А потом встал на коньки, и все, и лег. Первое, что я сломал, это была нога. Она у меня отказала. У меня поехал конек, я сломал руку. Не знаю почему, но мне было очень тяжело держать ее просто вот так. Потому что я не балерина, и мне тяжело держать руки не вот так, а вот так. Потому что ты не балерина, а прима-балерина. Я что-то не подумала, что на коньках я буду выше, я испугаюсь высоты. И на мостик я не встану. Короче, я сломал спину, да. А перед тем, как сломать спину, я облокотился на пальцы, сломал пальцы. И меня так торкает. Это торкает моя усталость. А я еще и решил за мороженым сходить. А еще мой пучок дал мне в глаз. Я думала, что все в порядке, я только поворачиваюсь, а он такой пух! Ах, ну было весело. Это мой самый веселый и травмонесущий фотосет. После этого мне хочется завязать с следопидорами на самом деле. Я-то знаю, что завтра я захочу еще. А, я просто садист. Немножечко отвлекающий маневр от моего бешенства. Оп, это пирожок. А потом делаем вот так. А, как больно. Мы думали то, что один образ мы сможем сфоткать за 4 часа. Нам даже 4 часов не хватило. Но как мы раньше вообще укладывались? Там по 7 человек, по 5 человек за 2 часа. Теперь у нас постоянно дедлайны. Мы стареем. Никогда дедлайнов не было. У нас 4 дня было свободных. Нет, нам надо последнюю ночь зашиваться. Даже шишку мне с вами сфигачили. Мне нравится. На все свои 15 лет у меня всегда на руках что-то висело. И я уже привык то, что у меня постоянно на руках цепочки, фенечки. А на этот раз они голые. Я чувствую себя просто каким-то незащищенным. Их могут схватить. Вот раньше было больно хватать, что такие. А! Хэштег, подарите Лиму браслета. Да, короче, мне все понравилось. Я люблю фотосеты. Неважно, ломаю я ноги, руки. Главное, что оно того стоит. Обратная дорога меня вообще порадовала. Поели, сели. Мы ради фотосета постригли моего бро. Когда-то он был белобрысым и потлатым. А теперь он черный. И черствый. Я больше не помню, что еще было на фотосете. Просто реально он был очень веселым и забавным. И очень живеньким. И очень ломаным. Хотела вам дать пару советов. Сюда берите с собой помощника. Потому что без помощника очень тяжело фоткаться. А еще, если вы не уверены, что вы успеете, то берите побольше часов. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. А также смотрите описание к видео. И, ну, естественно, я пиарю своего бро. Можете зайти на его канал. Он будет здесь. И всем пока!